На рассмотрение в Государственную Думу внесли законопроект о фактических брачных отношениях. Это так называемый незарегистрированный союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение 5 лет. Такой статус награждает теми же правами и обязанностями, предусмотренными семейным и гражданским законодательствами. А имущество считается совместной собственностью супругов. Что думают об изменениях сами ульяновцы, смотрите в нашем опросе. Приравнивать или не приравнивать, это, наверное, людям решать. Поэтому вводить законы, и вмешивающиеся в личные решения, в личную жизнь, по-моему, бессмысленно, на мой взгляд. Я считаю, что любой брак может иметь право на существование, только, наверное, какая-то ответственность должна быть, потому что сейчас как-то молодежь, они... Я считаю, что немножко безответственно к этому относятся. Пожили, разбежались. Мне кажется, это неправильно. Сначала это надо узаконить, чтобы был уже раздел имущества официальный и так далее. Мне кажется, как-то так. Это же ответственность между двумя человеками. Вот. А это штамп, как говорится, только в паспорте. Если люди живут без оформления брака, да, это вообще против... православие, что ли, христианство. Это просто называется сожительство и все. Многие живут, и некоторые живут всю жизнь, они детей вырастили, они не считают, что это обязательно брак оформлять, да? Ну, может быть, мы из совка, нашей традиции мы привыкли. Узаконенный брак несет в себе какую-то ответственность в любом случае, а здесь свобода отношений, да, вот это вот многообразие выборов, сегодня пожили, завтра нет. Гражданский брак, он же тот же брак, что и со штампом в паспорте. Лично для меня штамп в паспорте не представляет какой-то особой значимости. Для меня важны больше человеческие взаимоотношения. Вот, и я не думаю, что это что-то сильно изменит. Наверное, что уже можно считать их нормальной полноценной семьей. Но опять это же должно быть законодательно урегулировано, чтобы муж мог, гражданский так называемый муж, мог принимать решения по поводу детей и совместного имущества, скажем.